Погода в последнее время максимально отличная, и не скажу, что сейчас только апрель. Так что отправляемся рисовать где-нибудь на улице. Не, слишком просто не будет, я придумала кое-что интересное. Да-да, приветствую всех уважаемых на базе Лирисянт. Сейчас попробуем соорудить персонажа, используя 3 рандомные картинки из Пинтереста. Обновляю первый раз, получаю Азулу. Это что надо? Ну, вроде. Не видишь фамильного сходства? Обновляю второй раз, только беру уже вторую картинку. А тут у меня какой-то цветочный маникюр. Что мне с ним делать, пока не сильно представляю, ну, разберемся. Но на третьей картинке с третьего обновления у нас вот такая дама. Сказать так, идея мне сразу не пришла, пришлось думать. Поэтому отправила себе картинки, и пока я здесь, покажу вам свои стикеры. Здесь просто огромная туча разных аниме-персонажей. А создавались они по вашим предложениям из ТикТока. Кстати, в это царство иногда поселяются новые персонажи. Поэтому заглядывайте в заседание уважаемых, там можно их найти. Ну, а я тут пока собираюсь в ускоренном порядке, потому что фраза выезжает в 10 утра не была воспринята всерьез. Но вуаля, я уже здесь. Гляньте, сколько одуванчиков. Да, пока нужно тупо делать набросок, только делать я это буду не на улице, почему вообще без понятия. А еще сорян, я как обычно гениальнейший оператор, который очень удачно расположил камеру. Ну, это же уже не первый раз. Я какой я оператор? Но дальше ракурс будет лучше. Не с наброском, правда, он уже обречен, но с основной частью. Ну, в принципе, мне понравилось, что с этого вышло, поэтому топаем теперь на улицу наконец-то. Нашла себе место где-то под таким деревом, его видно и не будет в кадре, поэтому покажу отдельно. О, в этом скетчбуке есть рисунки, которые я тоже рисовала на улице в прошлом году. То тут Петра, Бакуго. А, глянуть эти видео можно у меня в ТикТоке, у меня прям видео сегодня самореклама какая-то. О, на минуточку, камера уже нормально стоит. Кстати, попрошу заметить, я взяла с собой стирачку, да ни разу ей не пользовалась. Вот так вот. Прикольно. Не, разве что когда стирала лишний карандаш Слайна. Меня это на самом деле очень радует. Ну хотя, учитывая, что я чаще всего рисую ручкой, где у меня просто нет права на ошибку, неудивительно. Нужно говорить, что я рекомендую вам так делать? Ладно, скажу, я рекомендую вам так делать. Очень. Потому что полгода назад я не могла сделать такую позу с первого раза и без референса. Ну и для полноты картины сделаю ее еще и в профиль. Но что по поводу картинок, я взяла с Азулы похожую прическу и в принципе персону. Со второй картинки это сережки и вот эти штуки на шнурках в виде цветочков. Да и плюс сама дама будет в этой цветовой гамме. Но с третьей дамой я взяла вьющиеся волосы и спортивный костюм. Не такой же, но все-таки. Ну и как получается, вы тут сами видите, но я пока в восторге. Нужно почаще так делать, кстати. Сообщите, если вам интересно такой смотреть. Ну а тем временем у меня готов лайн. Но пока отдохну от рисования, пойду покажу вам всякое. Вот такая, например, у меня конструкция, и зацените, какой пенал с фламинго. А еще я поняла, что нужно брать большой штатив и не страдать с этой маленькой палкой. А вот и дерево, кстати. Первым делом все-таки хочу показать вам эту тучу одуванчиков, потому что их тут намного больше, чем вы думаете. Не знаю, что за приколы в этом году, но мне нравится. Лягушек тут тоже прям немеренно. Так они еще и большие некоторые. Так, все, возвращаемся. Теперь время для цвета. Ура. О, гляньте, какой карандаш обалденный взяла. Не, ни точилки, ни канцелярского ножа у меня с собой нет. Как там, первое правило художника, всегда бери с собой точилку. Точилки нет. Что ж, второе правило художника, всегда бери запасной карандаш. Да-да, кто смотрел Спанч Боба? Действуй, каракуля! Помню, как хотела себе эту кровать. То такого карандаша у меня так и не было. Это печально. А тем временем итог вот такой получился. Напишите, как вам такая дама. И нужен ли ей какой-то полноценный арт. Где эта штука? Во! Где? Ой-ой-ой! Что ж, на этом спойлеры заканчиваются. Всех благодарю за просмотр и увидимся.